всем здрасте! Мы изображаем братьев Вольфенштейн. Это я смотрел, это мне не интересно. Я не буду выполнять вот эти все всякие там задания. Нахер надо. Блад. Класс, супер, блять, придется. Подойди, блять, от пулемета. Сдох, пошел нахуй. Подписки, блядь. Да какие летающие гондоны, блядь. Сука, бричка ебаная, блядь. Ой, я больше времени потратил на то, чтобы найти, куда мне идти. Откуда вы взялись? Враги берутся просто из воздуха. Заманали. Заебали. Просто чисто заебали. Давай, беги. Все, идите нахуй. По съебам. Вау. Командир, в этой зоне обнаружен шпион. Сопротивление хочет совершить очередное покушение. Глупцы. Вам следует отправиться в укрытие. Хорошо. Привести охрану в повышенную боеготовность. Есть. Вот, берите шифровальную книгу в сейф. Я буду у себя. Возникнут проблемы, свяжитесь. Так точно. А ты меня не видишь, да, блядь? Ебать ты слепой мужик. Убойное оружие. Давай. Все. Заманали. Ой, я все золото нашел. Хо-хо-хо! Какой же я молодец! Я сам собі поражаюсь. Взять шифровальную книгу. Выбраться со склада? Ебать, вот это е-машина. Не долетела! Где мой Мюллер? Верните мне мой Мюллер. По шапке всем. Да, блять, Мюллер верни. На, блять. Где? На. Отсюда, да? А, ну все. Все, пора. Не понял. Блять, меня Мюллера решили. Разве Тор бог молотов? Янки, мы просмотрели шифровать. Погни тут дом офицера. Отметьте, ясно. Проникнем в дом офицера. Ладно, сейчас доберемся по-брому. Но если, сука, еще будет больше врагов, я, блять, буду срать. Вау, какая у вашего офицера квартира. Нихуя себе квартирка, мужик. Опа. Не останавливаться!
Бери топор, руби Харко! А я могу вас убить? Нельзя. А если я вас в топор кину? Вообще поебать. Тут надо изведать все тщательно, потому что тут может быть ключик, разведданные. Какая-то сраная комната непонятная. Сразу два пакетика золота. Так, ну тут ничего. Еще выше, да? Ага. Это было эпично, красиво. Да, шлюха? Где? Где мой Мёльнир? Да нахуй у меня ваше золото, где мой топор? Я без него никак. Вау. Да сколько у вас шлюх? А тут есть что-нибудь? Я даже не знаю, сюда пришел... Еще золото. Мне кажется, я сюда пришел их чисто грабить. Во имя императора, ребятки, во имя императора. В тебя даже топор не влетел острием. Че ты сдох, мужик? Я уверен, что сейчас вот эта вот книга там светится. Тайный путь. Ой. Тайный проход, да? Сейчас я дерну за книгу, и тут такой... Ух ты, сколько тут у тебя всякого. Всякие там разведданные, да? Квартира специально. Тщательно обучите личный кабинет генерала, найдите дешифратор. Это было легче, чем я думал. Так, ну, с вами все ясно. Во-первых, мне нужно зарядиться. Ну все, валим, да? Выберите живым из генерала. Ну, все. Поскольку шифровальная книга, похищенная мной со склада, бесполезна без дешифратора, я отправился за ним в дом генерала. Как и ожидалось, дом хорошо охранялся. Пришлось прорываться с боем. Но я все-таки выполнил задачу. Дешифратор скоро доставит на явочную квартиру кружка Крейсау, а генерал замолчал навсегда. Нет! Тут на меня охоту открыли, а куда пиздовать? И рано или поздно я доберусь до нужной мне точки. Ладно, где тут опять? Оп, вода живительная. Я не хочу с ними драться, это уже заебало. Да. Все. Бежим. Отъебись. Да, блядь. Я уже как черепашка-ниндзя себя чувствую. Ну, в принципе, от прицела в пулемете есть толк. Блажкович, рад вас видеть. Думаю, Эрик отправился на конспиративную квартиру Золотого Рассвета, чтобы встретиться с вами. У него есть для вас важные сведения. Майн Гот, на нас напали! Взять его! Я должен оставаться на связи. Отлично, пошли! Что надо? Вперед! Штык-нож! Штык-нож моего прадеда, нахуй! Блять! Ух! Здоров, пидоры. С кем стал играть? Пиджей, Тоттенкопф жаждет отомстить за наше нападение. Он перебросил войска к Цепелину. Мы недавно обнаружили волну энергии тени, которая исходит от Цепелина. Мы считаем, они готовятся выстрелить из оружия на энергии Черного Солнца. Итак, ты должен пробраться на Цепелин и остановить Тоттенкопф.
Мы сможем провести тебя на аэродром, но остаток пути тебе придется проделать самому. Есть еще кое-что. Пропал доктор Александров. Возможно, он пытается самостоятельно обезвредить оружие. Мы уже потеряли одного командира, поэтому если увидишь Александрова, спаси его. Где-то тут переход. Гутен так, Биджей. Я помогу тебе пробраться на аэродром. Взять его! Ебать, я тебе каску снес, серьезно? Ладно. Вряд ли прям сюда. What? What the fuck? Свободен, залезай. Ох, ну поехали. Аэродром. Цепелин, говорите, да? Они спятили. Если ты так думаешь, что ж ты раньше не сказал? Я сказал. Ваши документы давно просрочены. Не я их оформлю. Я водитель. Проезжай. Похоже, вляпались. Стой! Выходи из кабины! Жди здесь. Приехали нахуй. Я ж могу взять эту хуйню, да? Охуеть, бесполезно было. Давай хилимся, хилимся. Во. Ладно, черт бы с тобой. Я на этом, пожалуй, закончу. Я думал, эту серию закончу, эту игру, но нет. Видимо, в следующей. Потому что осталось буквально, я просматривал не так уж и много. Поэтому пока что это все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.